А еще нам для пейзажика этого потребуются холмики. Ну, обычно в мультяшках делается это вот так. Ну, какой-то такой холмик. Побольше всего. Вот такой. Можно чуть приплюснуть. Так. Да. Вот такой, допустим, холмик на самом переднем плане. Отлично. Отрежем ему лишнее. Где-то я видел возможность отрезать гораздо проще, чем я это делал. Какая-то функция есть, но я ее пока не изучил. Поэтому режу как могу, ребята. То есть я выделяю здесь какой-нибудь объектик, потом нажимаю вот сюда, два выбрал и отрезал. Все. То есть вот так у нас где-то, да? Сейчас посмотрим еще. А может быть вот эту подвинем сюда. Более остро сделаем. Так, вот такой холмик. Пример. Но дело в том, что вот мне не нравится, что он такой голый, скажем так. И поэтому я себе придумал травку. Травку так, чтобы не делать ее постоянно-то. Давайте я вот так сделаю. Так, теперь возьму карандашик. Да-да, любимый мой карандашик. Посмотрю плавность, наверное, немножко уменьшим. Окей. И вот отсюда я начну тут рисовать такую травочку. Так вот, зубчики какие-то такие. Но желательно, чтобы она тоже не была сильно уж одинаковой. Поэтому будем делать, как умеем. Такой волосатую травочку-муравочку. Главное, чтобы у нас края вот так они сходились и особо так-то за края не забегало. Вот такая у нас трава получилась. Отлично. Теперь мы с вами возьмем это дело за кием. Прямо вот сюда. И скажем, что это у нас узорчатая кисть. Да. И тут все у нас хорошо. Так сделаем. Все как есть оставим. Пока единственное, может быть, слишком она большая, чтобы не была. Вот такой получилось. Тогда мы это дело сгруппируем. А, разобрать оформление мы должны сделать. Вот, разобрали оформление. Теперь у нас сможем сгруппировать. Да. Вот, пожалуйста. То есть не забываем, сначала делаем оформление. Ну и можем на всякий случай еще и цветочков сюда нафигачить. Так. Открыть. Где у нас цветочки? Первый возьмем. Да, вот такой цветочек нам и нужен. Пока мы просто сделаем. Возьмем вот тут один цветочек, закинем его сюда. Дискретная кисть. И вот этот нам важен случайный. То есть мы возьмем вот от такого до 100% или даже 90%. Окей. И теперь нам достаточно взять кисть. И тут мы можем уже вот маленький нарисовать побольше. Да? Если мы сейчас еще раз зайдем сюда, скажем, что давай-ка 113 сделаем. Да, применить к мазкам. Это вот то, что нужно.
Ну, тут нужно поменьше, да? Перебор. Еще раз смотрим. Он сбрасывает настройки сразу же еще. Так, давайте до 100 доведем. Пускай будет. А здесь 20. Интервала тоже случайно сделаем. Видите, вот теперь я могу совсем махоньки делать и большие. И здесь. Ну, тут уже, а может быть, другую кисть, другой размер взять. Так, то есть вот такое, ребята, решение. И вот такой у нас пока пейзажик. Но это еще не все, поэтому я хочу в этот пейзажик еще что-то ввести. Понятно. Хорошо. Сохраняем.